Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW Z4. Ремонт кузова. Итак, немного капот подмят, капот алюминиевый, как-нибудь подровняем. Здесь все целое, как бы и делать тут нечего. Багажник, все целое. Немного вмято заднее крыло. ПДР здесь не выйдет, поцарапано. Но вроде бы и все. Но это сначала так казалось. Правое колесо немного стояло неровно. Разобрал машину, правую сторону. И что я увидел? С лонжероном правым уже что-то делали. Технологические отверстия разорваны, я так понимаю, пытались вытянуть. Решил все измерить. После измерений я выяснил, что правый лонжерон на сантиметр короче, и то, что подрамник немного кривой. Хозяин купил новый. Установили новый подрамник, и как можете видеть, направляющая не совпадает. Прежде чем вытягивать лонжерон, вырежу вот эту поврежденную часть и заварю все вот эти порванные технологические отверстия. Выравниваю поврежденную часть лонжерона и затем вытягиваю сам лонжерон. В натянутом состоянии завариваю все удаленные части, и на этом сварочные работы закончились. Делаю измерения, все ровненько и по высоте, и по диагоналям. Ну что, буду красить лонжерон. Итак, лонжерон покрашен, обрабатываю его изнутри мовилью. Теперь могу устанавливать все детали переда. Итак, ремонт переда я закончил, все зазоры в норме. Теперь осталось только сделать заднее крыло. Заднее крыло я тоже закончил.
Работа с железным на этой машине закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски. Собираю ее. Ремонт BMW Z4 закончен. На этот ремонт ушло 8 дней. 4 дня работа с металлом, 3 дня покраска и 1 день на замену подвески и подрамника. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!